Добрый день, дорогие друзья! Хочется сегодня вам рассказать немножко о таком продукте, как АЕ-маркетинг. Вы помните нашумевший проект, который работал 2,5 года, была у него определенная пауза. Многие, кто работает в интернете, работал в интернете, знает этот проект. Но сегодня проекты я как бы не беру, давно в интернете меня не было. Однако к такой системе кэшбэка и определенных алгоритмов, которые сегодня существуют, было бы интересно вернуться. Почему? Вы сами прекрасно понимаете, что сегодня существует много различных чат-ботов, мессенджеров, направлений, связанных с нейросетями и многими другими интересными вкусностями, которые существуют. Поэтому, если посмотреть на кабинет, я зарегистрировался, взял ссылку у своего непосредственно спонсора, очень хорошего человека, который давно работает в интернете, он не оставляет это дело. У него много различных направлений, он, конечно же, большой молодец. Я сейчас более занимаюсь насущными земными вопросами, но, еще раз, такой продукт я не мог никак пропустить, и поэтому прошел еще раз регистрацию. Вы видите мои данные непосредственно. Так, что это у меня тут выскакивает? Позже. Вот такие данные. Я не буду повторяться с другими сегодня авторами. Посмотрю попозже видеоролики и пройду, конечно же, моменты, связанные больше с маркетингами, с другими задачами. Но АЕ-маркетинг хорошо отработал, принес мне, моей команде, нашим людям, да, хорошие деньги, вы все заработали. И сегодня также есть возможность апробировать данный продукт на себе. Но, пожалуйста, будьте внимательны, бдительны. Мы это проверяем и прежде всего предлагаем вам попробовать $50 получить. Эти доллары подарочные, они начнут работать, приносить определенный кэшбэк. Конечно же, из тех условий, которые мы раньше работали в АЕ-маркетинге, лучше пополниться на минимальную сумму. Минимальная сумма – это $50. Как и в АЕ-маркетинге вначале можно было пополняться с фиатных карт, здесь тоже это возможно. То есть с MasterCard, то есть с других, с любой точки мира, так написано. Мы, конечно же, проверим. Я проверю на белорусской карте и вам сообщу об этом. Потому что пройду регистрационные эти формы, связанные с оплатой. 50 минимальных я потом внесу. Пока мы сегодня в этом видео покажем, как получить 50 подарочных долларов. И, конечно же, почитайте, зайдя в такой раздел, как, смотрите, маркетинг. Маркетинг, когда вы пройдете регистрацию. В описании этого видео будет ссылочка на регистрацию. На наш потом канал, который мы создадим по данному продукту с нашей командой, чтобы мы визуализировали, вникали в суть вообще самого маркетинга. На любом языке здесь вы видите сколько языков. Выбирайте русский, я на русский прошел. И в принципе окунулся в то, что написано о компании, о самом продукте, многих других задачах. Если вы помните маркетинг, то самое главное условие, что у нас было, это регистрация пользователя, распределение бюджета. Идет автоматическая покупка определенных товаров там и услуг, распределяется кэшбэк. И в результате, чем больше у вас сумма, вы помните, что у нас там доходили суммы и за 100 тысяч долларов, и за 200 в команде. То есть общий там оборот, даже личный оборот, не уже говоря там о других оборотах, которые существовали. И вы получали хорошее вознаграждение, мы все с вами выводили в криптовалюту. Это несложно, можно выводить и в фиат. Однако помните, что налоговая не дремлет, и действительно вы должны действовать в рамках правового поля. Вы видите, что существует маркетинговый план, это 3 бонуса. Все почитайте, мои дорогие, все написано. Мы сами будем еще разбираться, потому что немножко чуть-чуть другие как бы условия, но в принципе здесь тоже существует многоуровневая ступенчатая реферальная система. Она связана и с глубиной, и с вашей сильной веткой, и со слабой веткой. Все мы детально разберем, вникнемся, потому что мы только начинаем свой путь. Сама регистрационная форма и вообще компания себя на рынок предъявила. Многие говорят, что поздно было заходить в свой маркетинг, либо рано, там, либо что-то еще. Но сама компания 8 октября. На дворе сейчас уже 11, записываю я ночью. То есть продукт свежайший, как вы сами видите. Что касаемо методов оплаты. Вы как, если посмотрите, это кредитные карты, Visa, MasterCard, American Express, цифровые кошельки, банковские переводы, криптовалюты. Комиссия здесь интересна, конечно. Комиссия по криптовалюте здесь будет без комиссии, но комиссия за вывод составляет 2,5 доллара плюс 4%. Довольно-таки я считаю, что это жирно, конечно, вывод, но если он будет работать как АЕ-маркетинг и заявит себя на рынке, то стоит, конечно, игра, я думаю, этих свеч.
Посмотрим на результаты, мы будем это освещать, будем записывать видеоролики, сюжеты, потихоньку двигаться. В зависимости тоже, конечно, от нашей занятости и времени. Если вы проходите регистрацию, то обращайтесь ко мне. Я вас добавлю в чат, будем создавать и командный чат, проводить определенные зумы, вебинары, рассматривать данный продукт у себя для дальнейшего развития. Итак, давайте мы с вами теперь получим все-таки эти счастливые наши $50, которые вступят в работу. Но в следующих еще раз в своих видеороликах я уже буду целенаправленно работать на то, чтобы показать вам оплату, объяснить оплату через, например, карточку банковскую, да, из Беларуси, и какой процент скушает. Я хочу это разобраться, чтобы помогать, потому что я сам нахожусь в Беларуси. Также у меня партнеры есть там в России, в других странах. Это мы все проанализируем и вам будем предоставлять информацию по ходу развития. Конечно же, черпать будем и у своих вышестоящих начальников, так сказать, и работать в этом направлении. Вы видите, что правовое это поле, точнее поле нашего сайта, оно в принципе очень схоже с тем полем, которое было в e-маркетинге. И сама карта, которая здесь кэшбэка сделана, и те кнопочки, которые есть, да, и карты, и онлайн, и офлайн, вы сами все помните прекрасно, если вы работали здесь. Мы работали в таком, еще раз, получили приличные деньги, хорошие, которые нам помогли развиваться в других направлениях. Итак, мы нажимаем с вами на кэшбэк. Кэшбэк. Так. Как и в прошлом e-маркетинге, мы тоже нажимали на кэшбэк, и у нас был с вами купон на $50. Вы видите, что у меня он есть, то есть мои подарочные 50, я могу кому-то раздавать. Вот эту ссылочку я буду давать. Вы переходите, и когда при получении бонуса, вы эту ссылочку нажимаете и вставляете. Вот, получить бонус. Я своего партнера, точнее своего наставника, своего спонсора, своего вышестоящего руководителя сюда вношу непосредственно этот код, который взят из сертификата. Только не перепутайте, не свой вставляете вот этот вот, да, а именно своего пригласителя. В данном случае, если вы хотите в мою команду, в нашу команду, потому что у нас классные девчонки и парни, то, пожалуйста, мы всегда за то, чтобы мы не переманивали кого-то. У вас есть свои определенные структуры, своя определенная многозадачность, дружность и многое другое. Пожалуйста, берите свои пригласительные ссылки у кого-то другого, если вы желаете. Но обратно же, если вы хотите быть в дружной, интересной, веселой, там, креативной команде, то добро пожаловать, берите, регистрируйтесь и проходите. Все будем освещать. Итак, мы вставляем сейчас код и получаем эти $50. Сейчас я скопирую и вставлю. Так, и вот скопирован мой долгожданный бонус. Чпынк, вставляем его. Get a bonus нажимаем. Get a bonus. Так, ну что, нажали мы там? Хорошо, нажали. Так, ну и проверяем, значит, в Adversing. Вас нажали. Надо просто перезагрузить, наверное. Или требует он... А, проверку человека. Да, кстати, смотрим, что бывает проверка человека. Может занять несколько секунд. Просто пока я тут копировал, отлучался. Ждем проверочку. Ну вот, может, проворонила свой бонус. Сейчас глянем. Даже интересно. Так, ну да, возвращаемся обратно в кэшбэк. Кэшбэк. Get a bonus. Так, даже сохранился. И должны... О, да, share code activated. Успешно. Ура, хорошо. Так, проверяем. Еще раз проверяем. Да, вы видите, ADV баланс $50. Ну, супер. Они вступят в работу, будут приносить... Как мы помним, определенные реинвесты можно делать. Я здесь посмотрел немножко еще так, пошарился, как говорится. Где видел? А, топ-баланс, наверное, по-моему, здесь. Угу. Вы видите, фиат, фиатовские деньги. Лимит $50, это минимальный. Вы видите, $4000 это максимально. То бишь, проект только начинает как бы свое развитие, и действительно, это небольшие суммы, это нормально приемлемо для того, чтобы кому-то новичку, для того, кто знал, что такое маркетинг и хочет хорошую сумму внести.
Да, и вы выбираете страну, и, как вы помните, то можно обратно же оплачивать. Я буду пробовать по Беларуси. Мои ребята попробуют из России, мы это осветим, запишем для того, чтобы вам было удобно. Может, из каких-то других еще стран мы вам покажем. В плане фиата. Потому что многим людям, еще некоторые ваши, которые придут к вам в команду, тяжело работать с криптовалютой. Тем более сегодня криптовалюта начинает зажиматься определенным правовым полем, и надо понимать, что мы работаем, должны работать прозрачно, продуктивно, для того, чтобы вас потом, как говорится, не поймали, не наказали, не дали каких-то там инсинуаций вам. Да, можно в крипте платить, сейчас посмотрим. Крипто, да, вы видите, USDT, даже здесь у нас есть ничего себе. Что у нас, Litecoin, эфир, Dogecoin, даже Dash, биткоин, ну прикольно. То есть выбор даже обычно есть, не только Tether, C20. А БЕП есть? БЕПа нет. Ну ладно, в сети. Кэшбэк. Помним, что когда вы получаете, вы можете в реинвест. Явно здесь будет. Да, реинвест есть. Ну и наши транзакции, если какие-то проводили. Это просто ждет, потому что я пробовал посмотреть, на какой метод оплаты будет. Ну, пусть ждет. Я потом оплачу белорусской картой. В общем, ребят, принимайте решение. Очень многие вещи похожи. Если почитать презентацию, пожалуйста, спускайтесь в маркетинг, скачайте себе. Если надо почитать, я могу вам сбросить без регистрации, обращайтесь ко мне в личку, почитайте. То есть все у вас будет. Супер, как бы есть возможность. Если это те же ребята создали, либо, конечно, вкусно кто-то слезал, ничего страшного, мы будем это пробировать на практике. Добро пожаловать, пожалуйста, ставьте лайки, дизлайки, можете со мной спорить, сколько хотите. Я всегда рад выслушать любую полемику и т.д. и т.п. Еще раз говорю, что любой проект это точка входа, точка выхода. Любой проект он работает, либо заканчивает свои действия. Сколько это проработает, мы не знаем. Пожалуйста, будьте бдительны, будьте внимательны. Мы вас не зазываем, мы говорим о том, что есть версия, похожая на маркетинг, как 2.0. Мы считаем своей командой, что это так. Как вы считаете, мы не знаем. Мы просто готовы выслушать, сообща пройти этот какой-то новый путь к возможным новым нашим вершинам. Ранее мы бы заработали, у нас есть и скрины, и результаты, мы можем показать. Сами в интернете можете почитать и отзывы. Кто в свое время успел, тот получил хорошие дивиденды. А проект начался работа 8 числа. Сегодня уже ночь 11, этот ролик я выкладываю. Пожалуйста, пишем. Мы всем рады. До новых встреч.